А что по поводу самого Чумаева? Чумаев это боец твоего уровня или ты выше его уровнем? Как ты думаешь? Я уверен, что я смогу его пройти. Я уверен в этом. Но я считаю, что он боец высокого уровня. Он не просто пройти в UFC и там выиграть 4 боя в первом раунде. Какие бы соперники не были бы, какие бы там все, кто не говорил бы, что у него слабые соперники, но тот факт, что он выиграл в такой доминирующей манере, это показывает, что он боец высокого уровня.